Официальное расследование против Марин Ле Пен начали во Франции. Лидера ультраправого национального фронта обвиняют в растрате денег Европарламента. Подозревают, что она устраивала туда однопартийцев на должности помощников. При этом они получали зарплату, не выполняя никакой работы. Речь идет о миллионах евро. Сама Ле Пен все обвинения отвергает и называет дело политически мотивированным.